выхожу к вам на связь. У нас уже прошло, наверное, часа 2-3. Ко мне просто приезжала подружка в гости, поэтому сидели, болтали, пили чаек. Вот, Матвей уже поспал первый сон. Проснулся. Сейчас я ему хочу сварить супчик, покормить его. Потом мне тоже нужно будет сварить ужин. Гречку хочу сделать по-купечески. И хочу вам показать, какую классную нам подарили книжку. Не могла с вами не поделиться такой красотой. Это тактильная книжка такая вот для малышей. Блин, вот чего только сейчас вообще нету, да, для малышей. Такое разнообразие всего. Очень здорово. Трогательные истории, лес. В общем, на первом развороте здесь вот сова такая вот. Руки мокрые. Такая вот классная. Вот так вот здесь вот все задирается. Красивенько. Стишок идет для каждого животного. Далее. Все такое вот очень качественное, жесткое. Прям, знаете, вот для малышей как раз вот сейчас самое то, потому что они так это все сейчас небережно ко всему к этому относятся. Сейчас перелесну вам. Приклеилась, наверное, там. Ага. Улитка здесь вот такая вот. Это вот прорезиненная. Здесь такой вот материал. Красиво. Очень красочные иллюстрации. Лисичка. Вот эта вот тоже очень мягенькая. Хвостик у нее. Зайчик тоже. Что приятно. Ежик вот такой вот хороший. В общем, вообще просто супер, просто находка. Здесь вот пузико у Мишки. Такое вот. Вот, в общем, такая вот прелесть. О, блин! Кто-то уже из малышей тут нам что-то оторвал. Ну, куда деваться? Вот. Несмотря на то, что вроде 3+, но с года вообще самый топ. Мне кажется, именно с года ему интересно вот такое вот все разглядывать, щупать, трогать. Прям супер находка вообще. Хотела сейчас загрузить стирку, но у меня не высохло еще здесь. У меня уже висит это 2 дня. Кошмар вообще. Все сырое. Весь низ сырой уже. Как это сушить? Я не знаю. У меня 2 стирки уже запланированы. Я уже включила тепловентилятор сюда, чтобы здесь как-то это все отдувало и циркулировало. Ой, поскорее бы уже включили отопление. Уже белье хотела поменять, постирать. Уже 3-я стирка, посчитай. Уже не знаю, когда я тут все постираю. Все просто вот. Безобразие. Ну, в общем, пойду готовить и есть. Подожду, пока, может быть, тут за это время нагреется все, обдуется и высохнет. Никаких дел, девчонки, вообще. Безобразие. А у меня тут готовочка полным ходом. Мясо жарится. Филе Матвей варится. Здесь все я натерла. Матвей сидит на своей волне. Вот. Сейчас гречку мне нужно помыть хорошенечко ее. Туда всякая фигня попадается. Вот. Так, Матвею сейчас на суп. Думаю, сделаю ему а-ля борщ из курицы, потому что только курица у меня из мяса. И сейчас свеклу хочу ему натереть. Капуста у меня есть. Ой, прыскает сильно. Вот. И все овощи сейчас я нарежу. Сварю ему супчик. Покушаю там. Вот такие вот у нас делишки. То, все у меня готово. Матвею супчик готов. Гречка готова. Сейчас буду сама кушать. И Матвей тоже пока мы. Потом, когда все немножко тут остынет, будем кушать. Так что нам приятного аппетита. Отличное завершение дня, девочки. Везде просто жесть.
рекламировать, вообще не понятно. Убрала я всю эту пшенку, тот еще был квест. Это какой-то тест на стрессоустойчивость, наверное. Это просто она была везде. Вот так вот, по неосторожности все у меня выпало. Ой. Постирала я еще, наконец-то, стульчик, потому что уже здесь засран. Я был уже, извините. Это вообще кошмар. Вот. Сейчас тут у меня вот стирка, все стирается. Замачиваю, потому что высохло белье то, которое у меня сушилось. Думаю, тут уже надо постирать, потому что там матвейские вещи много, потому что не в чем будет идти гулять завтра, ему что подсохло все. Вот, хочу с вами попрощаться. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца этот влог. Потому что я буду сейчас еще мыться, мыть голову, завтра с утра идти на прическу, завтра мы идем на свадьбу, то есть нужно приморфетиться, сами понимаете. Вот, буду заканчивать этот влог. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вас всех люблю, обнимаю и всем пока-пока!